Так вот, очень большой, длинный, развернутый вопрос. Человек работает в цехе по производству как бы армейской формы и даже больше обуви. Привел как бы полное описание самого завода, его направления, цели деятельности. Говорит, что они шьют берцы, туфли для военных, для силовых структур и так далее, и так далее. И в конце спрашивает, можно ли работать в таком цеху? Баракаллаху фик. Бисмиллях, алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Это же вопрос, с того ответа тоже поймет, который мы ответили. Про можно шампанское. Ли, да, про шампанского. Тоже, эта же форма одевает те же кафиры, которые воюют, военные. Тем более сейчас у нас исламской армии нету для них создавать эту форму. Именно создают для милиционеров, которые судят по тагуту. И армии, ОМОНы, которые воюют против мусульман. В таких цехах нельзя работать. И такие цехи нельзя открывать. Хотя оттуда доход больше, чем идет, чем гражданские формы. Аллаху алям. Ассаляму алейкум арахматулла. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу, подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидела этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.